Здорово. 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 Привет. Здорово, брат. Здорово. Привет. Здорово. Здорово, брат. Здорово. Здорово, брат. Здорово. Thank you.
своей дорогой, сталкер. Иди своей дорогой, сталкер. Здорово, брат! Привет! Скворцы пропавшие вернулись, перешли мне, пошли домой. Как я не могу, 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 как я не могу
Ну, еще разок помянем. Хороший был сталкер. Эх, блин, если б кто помог. Как меня угораздило. Схватить, как хочется. Отходите, выходите. Для таких, как вы, всегда есть что-то интересное. Как меня угораздило. И когда все это закончится? Эх, зараз бы сальца до цибульки. Информация? Так и может тебе помочь, сталкер? Эх, чё цимба такая? Подходите, подходите. Для таких, как вы, всегда есть что-то интересное. Ой, хреновая шутка была. Моя информация? Так и может тебе помочь, сталкер? И когда все это закончится? Эх, видать, судьба такая. Подходите, подходите. Для таких, как вы, всегда есть что-то интересное. Моя информация, так и может тебе помочь, сталкер? Да, попадёшь. Быть в трамвае, хреновая шутка. Жили книжные дети, не знавшие битв. Изнывая от детских своих катастроф, детям вечно досаден, подходи, и пропадешь, и всегда есть что-то интересное. Отвали! Так ты посыпал. Но одежды глотали, нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея. Если кто помог. От строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы. День за днём одно и то. И сосала под ложечкой сладко от фраз. И кружил наши головы запах борьбы. Со страниц пожелтевших слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих кострах прежних боев чё? Столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и рук. В детских играх своих назначали врагов. И злодея следом не давали остыть. И прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоя, и ближних любя, мы на роли героев поделили себя. Только в грезы нельзя нас совсем убежать. Краски век у забав, столько боли вокруг. Постарайся ладони у мертвых расшать и оружие принять из натруженных рук. И испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, что почем. Разузнай, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. Когда рядом рухнет израненный взрыв, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал, по скалу забрал. Это смерти оскал, ложь и зло. Погляди, как их лица грубые, их всегда позади воронье.
игровых. Если мясо с ножа, ты не ел ни куска. Если руки сложа, наблюдал свысока и в борьбу не вступил. Под лицом, с палачом, значит, в жизни ты был не при чем. Если кто помог. Не при чем. Жизнь, куда ты котишься? Черный так попадешь под это здание. Эх, черт. Как меня угораздит. Давно гостилась в чудесной стране. Там плещутся рифы в янтарной волне. В тенистых садах там застыли века. И цвета пламени лучшего мака. Как это меня угораздит. Как меня угораздит. Когда же ты Стой! Территория для чужих закрыта. Ленин был оратором, очень энергичным людьми, которые всегда соответствовали его словам. Он был оратор с очень выразительной мимикой, а голос его звучал внушительно и мощно. Мы возьмем власть, и тогда мы... Да, тогда тем более не придется. И вообще, товарищ Василий, вы опять... Владимир Ильич, вы же сами не спите. Я говорю про вас. Это полный идиотизм или полная измена. Погодите, погодите, скоро все будет иначе. Скоро, скоро. Блин, что тут пожрать?
Здравствуй, брат. Говори. Чё стоишь? Выкладывай, зачем пришел. Здорово. Я готов. Здорово. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Чё стоишь? Выкладывай, зачем пришел. Привет. Как меня угораздило. Моя информация так и может тебе помочь, сталкер. Эх, блин, подходите, если бы кто помог. Для таких, как вы, всегда есть что-то интересное. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. И лишнее пошли домой. Война нас гнула и косила. Теперь конец и ей самой. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. 4 года мать без сына. Черешнель. Пошли домой. Пепла наших улиц. Опять, товарищ мой. Эх, чёрт. Пропавшие вернулись. Блин, чтобы пожрать. Короче, анекдот. Доктор, не могу спать. Мне снится сон, будто я нахожусь в запертом саркофаге с кучей монстров. Меня не раскрывает ни одна сучка. Жалуется. Это тебя контролер предупреждает. Слушай моего совета. Обязательно бутылку не занеси. Ведь для скольких сталкеров этот сон я превратился. Почему? На бутылку пожмоги. А за доктора спасибо не ожидаю. Okay.
может спеть. Короче, песня. Спасибо. А еще что-то можешь? Клево сбацал. Эх, зараз бы сальца та цибульки. Эх, жизни, куда ты котися? Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность. Защитите это от растущей зоны. Смотрите, ветераны и охотники.
А я один как мусор. Так он же радиоактивный. Радиоактивный, радиопассивный. Какая хрен разница? Я же его не в трусы положу. Я его на цепочке носить буду. Да это старый. Так как хочется. Контакт. Контакт. Contact. Сегодня на арене знаток единоборств и правильного питания ужасный Снорк. Против Снорка выступит человек. Человек без прошлого. Мы называем его Меченый. В прошлый раз он показал, на что способен. Посмотрим, что будет. Ты смотри, что делает! Да, помню. Добивай, добивай! О, страшилище какое! Итак! Контакт. Contact.
Неужели это легендарный?
Контакт. Своей дорогой, сталкер. Здорово, брат. Привет. Здорово, брат.
представляет нечисть, признательность нашей стороны гарантирует. Слово «гнеченый», пользы от тебя ноль. Так что и благодарности от нас ты не дождешься. Не за что тебя благодарить. Прикольно. Хавать так как хочется. Эх, жизни, куда ты котишься? Да попадешь под это, как и не воротишься. Не сгаляй.